Первый. Обнаружена концентрация 1% в квартире на первом этаже, квартира номер 80. Обнаружение утечки газа, вызов экстренных служб и дальнейшие действия для предотвращения аварийной ситуации. В поселке Барвиха прошли учебно-тренировочные занятия по плану взаимодействия служб и ведомств округа. Проходят они на каждый РЭС, районных эксплуатационных служб у нас 65, аварийно-диспетчерских участков 69 во всем Мособлгаз. Специалисты отработали действия на внутренних и наружных газопроводах. Они устранили утечку газа в квартире и в подвале. Для того, чтобы подобных ситуаций не возникало, жителям необходимо регулярно проверять газовое оборудование. С 1 января следующего года этим будут заниматься только сотрудники Мособлгаза. Менять вовремя устаревшее газовое оборудование, следить за ним. Ну и, соответственно, при утечке газа, запаха газа вызывали 112. Все службы и аварийно-диспетчерские участки готовы. Задачи выполнили своевременно и успешно. В летний период учебные занятия проводят регулярно. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».